Series looking hungry for some drama. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. This series ain't nothing but a bitch lasagna. Не прощу, и едет голова. Я хочу им подобрать слова. Einstein, шики, шики, шайны. Смотрите, значит, я проснулся, да, я просто был в спячке. Но когда я проснулся и узнал ЕГЭ ответы по истории, блядь, я просто... Охуел! Это что за пиздец, нас всех наебали, блядь, пацаны, нас всех просто кинули, блядь, как в криминальном фильме. Нас всех наебали! В задании, где было указать историческую личность, я, значит, написал вместо вождь, правитель, блядь, да как... Сука! А что, вождь это, блядь, не правитель? Кто такой вождь, ебать? Кто нахуй? Кто? Что вождь, блядь? Вождь, сука, вождь, это что, автомобиль водит или что, блядь? Что за хуйня вообще, вы охуели, блядь? Вы что, ебанутые, нахуй? Это что за, блядь? Это такой пиздец, я в диком ваху, у меня истерика, Я целый год ходил, готовился, просто целый год ебашу, мог планету украсть, блядь. Мог свой ЕГЭ с блэкджеком и шлюхами построить, а теперь что, блядь, нас просто наебали, меня кинули, они хотели, чтобы я пошел на завод, блядь. Они хотели, чтобы я пошел на завод, я вам живым не дамся, блядь, курва, нахуй ваш завод, блядь. Я вас ни к чему не призываю, но это полный пиздец, пацаны, понимаете, мы живем, блядь. Сука, в железном нахуй занавесе, понимаете, мы не можем нормально даже сдать экзамен, в общем, блядь, это такая все полная хуйня. Как мне решить, жить тебе или не жить, ты, наверное, сразу рай, так что сильно не рыдай, и мне плевать, что сердце холодно, как будто